Участник под номером 15. Раймон Пян, директор команды «Тикс». Это действительно поистине уникальный автомобиль. Над его стилистикой его кузова работал известный американский дизайнер Раймон Келли, пытаясь придать этому автомобилю футуристические нотки в формах его кузова. Но самое потрясающее в этом Студебекере является то, что это первый автомобиль, первый серийный автомобиль, на котором в стандартном исполнении устанавливался кондиционер. Он обладал полуавтоматической коробкой передач, повышающей передачу. Четвертый включалась у него автоматически, и носила название Overdrive. Двигатель шестицилиндровый, рабочий объем 3700 кубических сантиметров. Обладает мощностью 66 лошадиных сил. И весит Студебекер 1 тонну 885 килограммов. Поприветствуем хозяина Студебекера, гостя из Эстонии. За рулем экипажа номер 16 Яков Баранский из Республики Польша, город Варшава. Автомобиль Chevrolet Master 6 1937 года.